В столице состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Billie Jean King между теннисными сборными Казахстана и Южной Кореи. В первый игровой день в субботу на корт выйдут Зарина Диас против Дэ Ан Бак, а шестая ракетка планеты Елена Рыбакина сыграет Сон Хен Пак. Отборочное противостояние будет состоять из четырех одиночных и одной парной встреч. Все эти игры пройдут в трехсетовом формате. Помимо Рыбакина и Диас за сборную Казахстана сыграют Юлия Путинцева, Анна Данилина и Жебек Куламбаева. Да, очень рада вернуться и сыграть в команде. И, конечно же, надеюсь, что мы выиграем эти матчи. Главная цель, наверное, сыграть больше турниров, чем в этом году, не пропускать такие крупные и, естественно, подняться выше в рейтинге. Ожидания только позитивные, все готовы, все настроены, будем стараться, как всегда. Кореянки, если честно, я мало знаю, но нам тренера, капитаны все подскажут.